Всем доброе утро. Ну, у нас утро. Здесь, где мы остановились. Солнышко на улице. Дождя нету. Хорошо так. Где-то почти без 10:08 утра. Дети рано встали. Хотя поздно легли вчера. Вот разбудили меня. Хотелось поспать, но не получилось. Но ничего. Видимо, еще ветер на улице. Посмотрим. Обязательно опять на океан поедем сегодня. Не знаю, что еще здесь делать. Все туристические мероприятия, наверное, приостановлены, потому что зима. Ну, ничего. Что-то придумаем. Готовлю завтрак. Вот у нас есть яйца, шкварки. Вот такие они получаются. Неплохие. Потом гречня каша. И кофе есть. Кофе. Это дико-дико, без кофеина. Кофе. Все. Детки смотрят. Смотрят компьютеры. Ай-яй-яй. Мама. Что, Тимоша? Ты был на улице? Да. Как дела? Open the door. Okay. The James River runs right through it. And I think you know where this is going. Wow, кто к нам пришел? Это такой deer. We are a family-run business, and this is one of the best ways for families, friends, small groups to get together and just enjoy Mother Nature and pick in a valuable resource that Charlottesville has to offer. Ты пришла кашулька. Не пугайся. Where did it come from? From the woods? Да, да. Oh my god. Мама, вот там люди пошли и спугнули. Там два? Два. Не знаю, Леночка, не знаю. Косуля какая красивая. Травку кушает. Леночка, no. Две тут. А, две. When we were eating grass, they were like this. They were like this. Are you a kasula too? Mama, they were looking at me like this. And they were saying, are they a kasula too? No. Городку Ocean Shores на океан. Здесь слева гостиницы, справа разные магазинчики, ресторанчики. Сейчас будет здесь поворот. Такая погода хорошая, небо такое чистое. Главное, обещали, будет шторм такой. 26 миль в час, это 50 км в час, 45 ветер. И такого ветра нет вообще. Да, обещали, что ветер будет.
Да, сегодня очень хорошая погода. Да, вчера обещали на сегодня. Было хорошо. Так это верите, по мальчику. Как раз мы приехали, как раз нам это такая погода хорошенькая. Вчера. Окей. Приехали, выходим. Приехали. Ближе не поедет, да? Что-то не так далеко. Вот. Потихоньку, помаленьку, по пешочкам. И пришли на океан. Дети уже побежали вперед. Ну как, папа, тебе океан нравится? Правда. Мы уже сюда приезжали. Не знаю, если ты помнишь, когда мы приезжали в прошлый раз? Да. Да. Помню. Какие волны высокие. Ветер такой сильный. Да, ветер сильный, да. Но вчера был вообще ураган. Ага. А что ты босиком? Ты хочешь ножки помочить? Окей. Что, замерз, не замерз? Все же? Что, все это ты тут? Ты попробовал? Ну что? А, я говорила. Я говорила, что холодно. Нашла ракушка? It's beautiful. Можно садиться в машину? Леночка, смотри. Вот еще ракушка, смотри, вот еще ракушка. It's broken. Ой. Да, все-таки океан могущественный. Не знаю. Sea dollar. Can we find some sea dollars? If you see one, tell me. А вот еще, а нет, это не ракушка. Мама, look, this is a striped thing. Uh-huh. Look, a feather. А вот большая ракушка. А вот, Леночка, вот это. Мама, look at the detail. $10. Look at the detail. Ага. Смотри, Леночка, это $10. Она поломанная. Ну ничего. Мама, what happened? Nothing. I was just really mad. They were like whole sand dollars.
a sea eagle is. Океан. Но долго здесь не побудешь, хотя солнышко. Долго не побудешь. Холодно. Все-таки ветер холодный. Мами. Что? Мами. Что, Леночка? I love you. Папа там пошел в машину. Холодно стало. Ну ничего, зато увидели океан. Хоть глазком посмотреть тоже хорошо. Да, так нормально, два дня хватает. Погулять так, освежиться немножко и все. И обратно поехать домой. Окей. Ocean Shores Convention Center. It's Razor Clam Festival and Seafood Festival, man. It's all
and in about 3 weeks, mark your calendar for that one. Oh, but three weeks. Thursday, February 24th, 1975, Led Zeppelin released their sixth album, Physical Graffiti, in the UK. Recording sessions had been disrupted when bassist and keyboard player John Paul Jones had proposed quitting the band, supposedly to become a choir master at Westchester Cathedral in England. Although, in reality, he just needed time to rest after Zeppelin's demanding tour schedule. The group decided on a double album so they could figure songs left over from their previous albums, Led Zeppelin 3, Led Zeppelin 4, and Houses of the Holy. That's the next song is Houses of the Holy. Там вот это окошко, это где мы живем в гостинице. Левый угол. И сейчас вот сюда мы попали. Здесь такая тропинка есть. Прямо до океана. Очень красивый лес. Ну, не как лес, как, может быть, роща. Идем. Потрясающее место. Всем советуем туда приехать. Угу. Шум океана впереди. Сергей с Данилкой уже здесь ходили. Теперь я иду на прогулку. Очень много косуль. Косуля пришла к нашему окну. Да, я снимала. Впереди балкон. И там долго было больше. И с дедом были. Видно, хлеба простили, ну что-то. Я просто того, чтобы хлеба будет не кормить. Хватает травы. Не слышно. Шум океана отсюда. Сегодня что, 24 февраля? Да. День после праздника. Нет, сегодня 25. Будет 24. Да. Хорошо, что нету здесь снега. Мы ехали сюда в... На океан, когда ехали по дороге, был снег. Вообще. Ну, красиво было, но тоже много машин было. Просто по краям, как бы перевернутые. Какое солнышко. Песок. Куда мы вышли? Здесь вода.
Мы пойдем в какую сторону? Ходи, где больше ходить, пойдешь. Слева? Право, можно пойти правее, там. Давай правее. Выше. Давай правее пойдем. Хорошая зарядка. Все, сегодня уже третий день, как мы путешествуем. Ну что, папа? Хорошо. Хорошо. Окей. Уже домой сегодня едем. Надеемся, что там нету снега по дороге. Но если есть, то будем аккуратно потихоньку ехать. Вроде бы, вы говорите, снег идет. Ну, посмотрим. Может быть, куда-то еще заедем. Мы уже из гостиницы уже вышли. И, короче, все. Готовы. Собрали вещи. Готовы ехать. Ну, напоследок, конечно, заедем на океан. И посмотрим на эту красоту, на волны. Да, можно. Сегодня немножко облачки. Ну, поедем к нашему любимому парню. Тоже просвещается. Двигаемся долго, а просто сидит Аляска в океане. Да. Все, здесь вставай. Песок такой мокрый, твердый. Аж не верится, что сегодня надо уезжать. Ну, быстро пошло 2 дня. You're stuck? Yes. Uh-oh. Okay. Только водичку не надо идти, хорошо? I'm just going to away with that wave. Хорошо. First I'm gonna go chill, then I'm going away. Хорошо, вместе с детками пойдешь, подожди. Okay. Yes, go. Let's go away from that way. No, I'm going to go. Ну что, Данилка, тебе понравилось по вакейшн? Да. Что тебе больше понравилось? Ну, мне понравилось горячий шоколад. Да. Мне еще понравилось. Как будто долго горячего шоколада нету. Мне еще понравилось. Hot chocolate is also the friends I made. Да, новые друзья у тебя появились, да? Классно. I'll probably never see you again. Новые друзья, которые ты опять не увидишь. Yeah. Okay. Леночка нашла песочный доллар. Песочный. Ага. There's awesome. A flower on it. Flower? Yeah, like a circle and then flower. Oh yeah, there is. It looks like Plasma. A flower. Yeah. Yeah. Данька пьет hot chocolate. I already found treasure. I wanna go treasure. Mama, look, I found treasure. Yes. My treasure. Yes, you did. Куда ты можешь побежал? Yeah.
Он побежал, давай. Обратно побежал. Okay. It's a whole dollar. Сейчас отлив, наверное. Dollar. Ой, хорошо, но немножко холодновато. Летом, конечно, интереснее, наверное, приезжать, потому что нам дольше можно быть на улице. А то прямо дует в лицо. Зато все равно красиво. Немножко отдохнули. It is alive, да. It is alive. Да. Looks like fur. I don't want to hold it anymore. It's alive. It doesn't. Yeah, it doesn't. Мужики только. Мужики только. Ну потом. Подожди, сейчас мужики, потом девочки. Давай. Давай занимайся мужиками. Мужиками. Океан. Упади. Как вырезали здесь? А ты вам мало видео делает. А? Его здесь вырезали. Имеет его дедушку стапли на голове. Да, я снимаю. Сейчас это фейс. Когда кто-то пришел уже и сделал такую... Вырезать такой сделал. Тихо, я вот на эту, которая уперся, она тыщит, поэтому не сломал. Будете делать фотографию? Да, фотографию. Да. Окей, давайте. Раз. Раз, два, три. Сделай несколько, по три там, по три. Я здесь сделала. Кто-то Марк жил. Давайте ты залезай. Мама. Дай Лидочке нас... Заехали мы в городок Абердин, это уже по дороге домой. Сейчас заедем, перекусим. Вот такой городок, такие дома маленькие здесь. Похоже, спокойно очень. Как сказала курочку. А я на воде. На водичку. На воде. У тебя будет гамбургер, курица, картошка. Это мы в Dairy Queen сейчас. Dairy Queen. Город Абердин? Или Хакуэм. Хакуэм, Хакуэм. Да. Кушаем. Едем дальше по городу. Continue on to East Heron Street. Фоаким. For 21 miles, continue straight. Там налево, что первое, правильно? Нет. Нам правее надо. Ну, не подъемный мост, смотри. Может, ты опять начинаешь? Мне опять с тобой поговорить. Ой, красиво. Смотри, Тимоша, речка. Много. Тут приступили деревья. Многие вот продают. Режут эти деревья. Нам левее или правее? Тогда на Олимпию. Левее. А? Левее, левее. Прямо поедешь, там потом волной попадешь. Право поедешь, в Алмар попадешь. Налево поедешь, домой попадешь. Ты можешь, там еще впереди гора и мостик, смотри. Там дом классный. А что дом для его такой? Ну, ресторан. Ой, сиди, мама. Можно кричать крыль. Смотрите. Мама, покажи им это. Да, вижу. Там забиты бревна, смотрите, внутрь. Или это камень торчат. А уже можно быстро ехать сюда? Гора такая. Все еще где-то поехали. 45 здесь. А я иду 60, надо меньше. А там заводок и лес. Перерабатывают все это.
хорошо все? Что-то так держится, скажи. Тут еще речка-то. Окей. Как хорошо, что, конечно, есть океан недалеко от нашего дома. Можем поехать. 2.5 часа получается. Скоро мы уже будем дома. Едем домой. Свежий воздух там. К нам идет. Детки заняты. Да. Хорошо отдохнули. Немножко освежились. Спасибо всем, кто смотрел это видео.